самом конце передачи, если можно, я несколько монополизирую ваше внимание. А в Твиттере у нас завязалась очень активная дискуссия с Анатолием Борисовичем Чубайсом. А начал ее я после того, как господин Чубайс дал один из комментариев. Я сказал, что что такое внимание, что вдруг Чубайс подал в отставку, ушел на пенсию, раскаялся, покаялся перед россиянами, а только дал интервью. Господин Чубайс не мог пройти мимо этого. Он написал: «За что люблю тележурналиста Соловьева. Вот уже 15 лет безошибочно знает, на кого можно наезжать, а на кого нет. Умный». Ну, я, конечно, сильно удивился, не Чубайсу это говорить. Потому что сказал: «Ну уж не скромничайте, это вы на плаву столько лет, и ничто вас не берет. Приходите на эфир». Потому что, ну, естественно, когда возникает дискуссия, идеальный вариант – эфир. И тут Чубайс проявил себя во всей демократической красе. Соловьев зовет завтра на эфир. «Похоже, перехвалил я его, раз всерьез думает, что я приду. Значит, не очень умный». Господин Чубайс, по сравнению с вами, мы все глупы. Это только вы, человек, обещавший за ваучеры два «Волги». Это только вы, человек, переживший легко скромную попытку переворота и так и не ответивший за коробки из-под ксерокса. Это только вы, человек, который легко пережил сдачу своих соратников во время небезызвестного писательского дела. Это только вы, которые с легкостью необычайной похоронили в России правый проект. Это только вы, которые довели энергетику нашей страны настолько, что когда произошла крупнейшая катастрофа, вы, конечно, к этому не имели никакого отношения. Это только вы рассказывали, что главный результат деятельности Роснана, ну, по крайней мере, для ваших сотрудников, что у вас очень много денег. И это только вы находите равных себе по уму, которым ходите на беседу, на дождь, Ксению Собчак. Но так как от меня не зависят возможности вашего увольнения, я на это не претендую, я поэтому всегда готов с радостью вам предоставить эфир. Ведь на самом деле вы же просто боитесь честного разговора перед аудиторией. Не правда ли? Или это так называемая демократическая метода ответа, когда многомиллионной аудитории негоже слышать, что говорит сам Чубайс. А что такое? Народ не любите? Боитесь народного мнения? Ах, ну, конечно, вы же нас осчастливите, и спустя поколение мы поймем. Спокойной ночи, Анатолий Борисович.